400 граммов тротила, боевая зброя и склад патронов. Великий арсенал боеприпасов выявили милиционеры у жыхара Чавускага района. По оперативной информации, мужчина занимался раскопками у местах проведения боев часов Великой Отечественной войны. Знаходил зброю, якую потом сам реставрировал и доводил до боевой готовности. За незаконные деяния со зброей у относенных до господара арсенала узбуджена криминальная справа. Згодно закону, мужчину может ждать позбавление воли до 7 годов. При производстве обыска по месту жительства последнего было обнаружено изъято винтовка конструкции Мосина калибра 7,62 мм, ружье конструкции Фролова 32 калибра, 43 патрона различного как калибра к нарезному огнестрельному оружию, а также составные части к винтовке Маузер, а также взрывчатое вещество тротил общей массой около 400 грамм. Экспертиза показала, ободва ствола пригодные для стрельбы. По словам правоохранников, эта зброя будет худко знищена.